Привет всем из Порту. Мы на Эстадио Драгао, домашнем стадионе одноименной команды с севера Португалии. Комментировать для вас сегодня будут Константин Генич и Георгий Черданцев. Игра Division Rivals впереди. Это должен быть отличный футбол. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Не сомневаюсь, отличный матч нас сегодня ждет, Георгий. Габриэль Мартинелли. С мячом Габриэль Мартинелли. Шукер, можно бить. Отбор исполнен чисто. Хозяева поля сегодня в таком составе. Место в воротах займет Петр Шмейхель. В обороне Карлес Пуйоль в паре с Роберто Карлосом. Санчо вместе с Тарганом Азаром на флангах в полузащите. И в атаке Руд ван Нистелрой. А это стартовая расстановка гостевой команды. Место в воротах займет Петр Шмейхель. В обороне Юрген Коллер в паре с Роберто Карлосом. Только посмотри, какой момент. Он здорово играет, не дает пробить. Не получилось сохранить у себя мяч. Атака прервалась на подступах к штрафной. Ответственный матч для него сегодня. Первая игра за новый клуб. Очень важно провести ее на хорошем уровне. Как думаешь, получится? Погодите, сейчас может быть очень опасно. Гол в самом начале встречи. Забит первый мяч. Дальше будет больше. 1-0 в нашей игре. Гура Рейтон. Молодец, арбитр увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Хорошая атака, может тут получиться. И мяч выбит. Такой шанс был, но не попадает в сетку мяч. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Пас на Шукер. Мяч все ближе к воротам. Атака продолжается. И справляется вратарь с этим ударом. И прямо в центр штрафной мяч летит. И вратарь, как здорово играет. Дает арбитр игру продолжить. Уверенно отбирает мяч. Можно бить. Вратарь молодчина справился с ударом. Бьет он издалека. Отличная поддержка сейчас исходит от болельщиков. Они гонят свою команду вперед. Не знаю, получится у них отыграться или нет, но их вратарь этим спасением дает им возможность вернуться в игру. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Следует скидка. Здорово играет вратарь, справляется с этим ударом. Никуда такой навес не годится. Идут они в атаку. Он смещается с фланга. Мартинелли! Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы! Какой момент! Пора бить! Хорошо вратарь играет, с ударом уверенно справляется.
просто, четко, надежно, как и должен действовать голкипер. Что творится-то? Еще один гол они забивают. Не удержать их в атаке сегодня. Браво! Джамаль Мусиала получает мяч. Продолжает идти вперед. Джамаль Мусиала получает мяч. Вратарь в деле, отражает удары. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Есть поддержка здесь. В выгодной позиции игрок. Мяч в воротах. Они забили в первой же ответной атаке. На табло снова ничья. Мы смотрим матч двух равных команд. Счет 2-2. Роберто Карлос мячом. Достаточно места для атаки по флангу. Удар! Игра не остановлена. Мяч только отбит. И на этом все. Атака закончена. Отбор. Все в рамках правил. И уходит он от опеки. Гол очень близок. Ласта защита с этой ситуацией справилась. Разрядили обстановку. Таркан Азар. Опасно это будет. Умница вратарь. Сыграл надежно. Мяч от ворот отбил. Габриэль Мартинелли. Интересно задумано. Дошел пас до Шукера. Торган Азар. Пора всем на перерыв. Свисток главного судьи заканчивает первый тайм. Продолжается наш матч, второй тайм. Санчо. Отличный перехват, очень вовремя. Гуро Рейтон. Теряют они мяч. Соперника нет на фланге. Можно идти вперед. Дабру Шукеру мяч направо. Пересек мяч боковую линию. Мяч теперь будет у соперника. Не смогли удержать мяч. Шукер. Пора бить! Офсайд этот, похоже. Пуёль. Санчо. Не удалось укротить мяч. Будет аут. Оставили они без мяча соперника и сейчас пытаются разыграть доверного свое владение. Идут они в атаку. Мяч у Роберто Карлоса. Плохо сыграно, мяч потерян. Мяч все ближе к штрафной.
И все-таки мяч оказывается у соперника. Высокий прессинг у соперника. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Гуро Рейтон. Джейдон Санчо. И уже вблизи своих ворот мяч ему удается перехватить вовремя. Ну-ка, ты можешь все! Что творит? А, какой сейв! Ну и как такому противостоять? Опасный пас. Подача на свободного игрока. Ну, это совсем... мимо цели. Удары с лета получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Свежий игрок войдет в игру у нас. Отличное владение. Мяч давно у игрока. Ждут болельщики гола, но пока что их команде никак не удается выйти вперед. Вперед он тащит мяч. Можно забивать. Гол! Мяч в сетке! Счет 3-2. Смотрим дальше. Калиду Кулибали. Юрген Коллер. Калиду Кулибали. Здорово сыграно в отборе. Аут. Юрген Коллер. Получается перехватить пас. Атака продолжается. Много вариантов впереди. Надо забивать и сравнивать счет. О-хо-хо! Мяч в воротах. Это получился один из самых красивых голов, что мы видели. С мячом Габриэль Мартинелли. Шукер с мячом. Очень надежно. Выбит мяч. Можно контратаковать на чужой половине поля. Много свободных зон. Вроде бы хорошая, быстрая контратака намечалась. Но одно неудачное действие. И, пожалуйста, мяч уже у соперника. Джейдон Санчо. Отличные оборонительные действия. Много еще играть. 10 минут. Очень перспективная атака. И какая важная. Если они забьют, то наверняка победят сегодня. Джамаль Мусиала получает мяч. Мяч выбит. Очень хороший отбор. Вратарь не позволяет отменить счет. Ох, сейчас в концовке будет настоящая жара. Угловой шанс выйти вперед. И есть на фланге игрок. В игре вратарь. И еще один угловой будет. Есть удар! Хорошо играет вратарь и спасает свою команду. Если они хотят сегодня победить, то надо реализовать этот угловой.
Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Три минуты до конца основного времени. Мяч за боковой линией. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Хорошая возможность, чтобы украсть два дополнительных очка. Здорово сейчас может контратака пройти. Плюс две минуты к основному времени. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Набирает обороты эта атака. Отличный момент есть. Невероятно! Какая развязка сумасшедшего матча! А развязка ли, Георгий? Время еще есть, и, думаю, самое интересное нас ждет впереди. И все на этом. Финальный свисток окончательно подтверждает победу хозяев. Упорный матч получился. Борьба до самого финального свистка. Такие матчи тяжело даются, но они отлично укрепляют дух команды.